Слава Украине! Героям слава! Привет всем от Полонского! Друзья мои, отличные новости! Что-то сдвинулось с мертвой точки. И вот что я имею в виду. Германия поставила нам первые гепарды. Напомню, гепард — это, ну, такая своего образа зенитный танк. Зенитная установка на базе танка «Леопард», которые нам давным-давно обещали и никак не могли поставить. И вот первые три уже у нас, боезапас к ним уже у нас, об этом можно говорить, об этом рассказал Алексей Резников на своем очередном брифинге, посвященном как раз в том числе и поставкам техники из Германии. Надо сказать, что на России эта новость вызвала просто дичайший всплеск. Визга, крика, воплей, соплей. Над Кремлем идет дым, только я не понял, белый или черный. Они там ругаются, на чем свет стоит. Угрожают всем подряд. Боже, насколько это жалко выглядит. Всего-то три гепарда. А сколько визга на болотах. Это, ребятки, вызывает, знаете, чувство глубочайшего удовлетворения. На самом деле гепардов будет 15 штук всего вместе. И к ним будет поставлено изрядное количество боезапаса. А пока что первые три уже находятся на фронте. Так что не сомневайтесь. Мы их кандропупили, кандропупим и будем кандропупить. Слава Украине!